Здравствуйте, дамы и господа, мы рады вас приветствовать на втором игровом дне суперфинала АСБ 2017 года. Сегодня будут происходить матчи за третье место, и мы сейчас с вами наблюдаем женский матч за бронзу, где встречаются команды Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма город Казань и Уфимский государственный нефтяной технический университет Уфа. С вами сегодня комментаторы Мадзуров Андрей и Марат Арсланов. Марат, привет! Андрюх, привет! Приветствую всех поклонников студенческого баскетбола, всех, кто сегодня будет смотреть бронзовый суперматч, суперфинал и супербронзовый матч двух женских команд. Женский баскетбол — это особый баскетбол, и я с удовольствием всегда его смотрю, и надеюсь, все наши зрители и мы с тобой сегодня получим настоящее удовольствие от игры. Я в этом не сомневаюсь, и давай-ка быстренько представим состав и начнем с Казани. Марат. Казань. Итак, поехали. Номер 4 – Дарья Субботина. Номер 5 – Алина Новикова. Номер 6 – Олеся Бегтерякова. Номер 8 – Александра Соболева. Номер 9 – Камила Тетеркина. Номер 10 – Екатерина Галиулина. Номер 11 – Диана Боговиева. Номер 13 – Екатерина Щеголькова. Номер 14 – Анна Абрамова. Номер 15 – Александра Панкратова. Номер 16 – Дарья Архангельская. Номер 18 – капитан команды Мария Хомич. Главный тренер команды Наталья Кулешова. И Уфимский государственный нефтяной технический университет. Номер 4 – капитан команды Лиана Сакиян. Номер 5 – Люция Сатарова. Номер 6 – Гульнас Абгалимова. Номер 7 – Альбина Валиева. Номер 8 – Екатерина Симонова. Номер 9 – Наиля Саидкулова. Номер 10 – Кристина Ямалиева. Номер 11 – Екатерина Штаб. Номер 12 – Юлия Фаткулина. Номер 13 – Лилия Сатарова. Номер 15 – Дина Гизатуллина. Тренер команды Екатерина Коковихина. Но, к сожалению, в Москву Екатерина не прилетела. Ну и представим судей. Старший судья сегодняшней встречи — Антон Круглов, город Москва. Судьи — Максим Житлукин, город Оренбург, и Даниэль Адееми, город Москва. И комиссар встречи — Игорь Лебедев, город Йошкар-Ола. Последнее приготовление остались еще у Казани. Уфа полностью готова, стартовая пятерка уже на площадке. Что, Уфа против Казани. Мы с тобой уже шутили перед матчем над тем, что это такое некое дерби. Всегда Башкирия и Татарстан, они еще и со времен хоккея, футбола и так далее. Да везде. Рубин против Уфы, Акбарс против Салават Юлаева. И вот сегодня на нашем паркете два вуза и матча за бронзу. Получается, мне кажется, матчи за бронзу, они даже более интересны в плане того, что одна команда уедет вообще без медали. То есть она приехала, поучаствовала в финале. И насколько это обидно — уезжать без медали, и насколько приятно все равно уехать домой с железкой такой на груди. Все-таки это уже успех. И вот сейчас девочки, девушки будут бороться как раз вот за ту самую медаль, за уважение и почет. Абсолютно согласен, Марат. Итак, давайте представим стартовые пятерки. Уфа, я вижу на площадке Сакиян Ямалиеву. Также номер 7 — Альбина Валиева. Номер 11 — Екатерина Штаб выходит в старте у нас сегодня. И номер 6 — Гульнас Абгалимова. Слушай, в Казани вижу Алину Новикову, Дарью Архангельская на паркете. Камила Тетеркина. Диана Боговиева вот как раз тоже центровая. Открывает команды. Счет матча. Надо ли говорить о том, что обе команды потерпели поражение как раз во вчерашних встречах? По-разному складывались поединки, но факт остается фактом. Обе команды не смогли пробиться в финал и, естественно, по этому поводу долго переживали. Но сегодня посмотрим, что будет. Конечно. Мы не объявили пятого члена стартовой пятерки у Казани. Это Анна Абрамова, центровая. Тем временем Алина Новикова пыталась реализовать трехочковый бросок неудачно, но подбор за Казанью. Камила Тетеркина, один из героев суперфинала 2016 года, лучший защитник того суперфинала, делает счет 4-0. Мы говорили тоже с тобой перед началом этой игры, что преимущество будет все-таки у Казани за счет фактурности игроков. Даже можно посмотреть о том, что общий рост игроков из Казани составляет 176 сантиметров с небольшим, а команда из Уфы 178. Да, забавная статистика и особенно вес, да, и вот в весе тоже побеждает Казань. И в счете пока ведет 6-0, начинается матч. И очень уверенно девчонки из Казани разбивают пока зону, которая стоит у Уфы. Гульнас Абгалимова
бросала трехочковый бросок. Не точно. 6-0 у нас. Уже 4 очка набрала Диана Боговиева и 2 Камила Тетеркина. Ну, что стоит сказать по Уфе? Вчера мы все видели ее камбэк в игре с МГАВКом, так что не стоит уповать на большой разрыв даже за 2 минуты до конца игры баскетболистам из Казани, потому что Уфа может вернуться, что она нам сегодня показала, вчера, извиняюсь, показала. И вот капитан команды и главный ее мотор Лиана Сакиян может завести своих партнерш по команде, и Уфа может сотворить чудо. Да. Этими прекрасен женский баскетбол. Такая непредсказуемость, она свойственна как раз девчонкам, тем более девчонкам молодым. Поэтому нужно смотреть до конца. Надеюсь, и нам с тобой это доставит удовольствие. И что, и очередной проход. Но мимо на этот раз. Это была Камила Тетеркина. Да, вот. И быстрый отрыв Уфы. Валиева. Сакиян. Находит в усах Ямалиеву. И 6-2. Ой, извините, это... Да, это была Кристиана Ямалиева, доминирующий центровой в составе Уфы. Один из лучших, ну, центровых, я думаю, ассоциации студенческого баскетбола на данный момент. Казань нападение. Уфе, конечно, стоит опасаться передней линии Казани, потому что, как мы упомянули, то, что по антропометрическим данным все-таки Казань превосходит баскетболистов из Уфы. Ну, плюс ко всему, и задняя линия баскетболисток из Казани в лице Алины Новиковой, в лице Марии Хомич, в лице, конечно же, Камилы Тетеркиной. Это большая сила, ударная сила, что демонстрирует у нас вот уже на первых минутах Камила Тетеркина. Уже не раз она шла в проход и удачно скидывала под бросок своим партнершам мяч. Ну и забила один также. 6-2 у нас. Уфа в нападении. Очень тяжелый проход. Идет Сагиян. И заставляет соперниц нарушить правила. 2 броска. Посмотрим, что с линии покажет капитан. Причем стоит сказать, что Лиан Сакиян одна из самых миниатюрных баскетболисток вообще этого суперфинала, о чем уже, кстати, упоминали и вчера. 165 сантиметров ее рост, но вот такой вот, как я сказал, пламенный мотор команды. Немножко вчера ей не хватило вот в бешеной концовке за МГАВКом. Кто не знает, кто не смотрел, Уфа уступала всего лишь 3 очка, и в концовке баскетболистки МГАВКа свалили как раз на Лиане при исполнении трехочкового броска. И первые 2 Лиана четко положила в цель, а на третьем броске, видимо, сыграли вот эти пресловутые эмоции дело. И, к сожалению, для болельщиков УГНТУ команда сегодня играет за 3-е место, а не будет играть завтра в финале. Уфа в нападении. Валиева. И подбор... Все здорово, казалось, сделали девчонки из Уфы. Был подбор нападения. Юлия Фаткулина, казалось, бросала уже из выгоднейшего положения, как и сейчас. 14 номер, это Анна Абрамова. Вот о чем мы говорили. Сейчас эмоции немножко поугасли, но теперь нужно включаться физически. И Сакиян. Грамотный фол. Грамотный фол, сорвала быструю атаку. Вот мы видим повтор как раз. Не дала судьям возможности никакой дать неспортивный. Знаем о том, что сейчас очень внимательно за этим аспектом следят как раз арбитры. Люди в полосатых футболках, которые обслуживают данную встречу. Казань нападение. Новикова. Хомич как раз вышел на площадку. Капитан команды бросала 3 неудачно, но Абрамова забрала подбор. Новикова, снова Хомич. Хомич 1-1, хорошо на противоходе убирает Валиеву и кладет мяч на средний. 8-2. Казань очень здорово разбрасывает зону, но пока не удается им попасть. То есть, по сути, зона, можно сказать, что работает, но если начнут девчонки из Казани попадать, то будет очень-очень тяжело, нужно что-то придумать. А здесь сквозняк. Сквозняк в исполнении Альбины Валиевой. И в нападении Казань. Мария Хомич. Позиционная атака будет. Александр Панкратова у Казани так появился на площадке. Новикова. 3 очка. Упрашивает кольцо.
Алина Новикова и первое трехочковое попадание для Казани вообще в игре сегодняшней. Вот о чем я говорил. Рано или поздно девчонки из Казани начали бы попадать, и случилось это довольно рано, уже вот как раз ровно на экваторе первой четверти. И 11-2 уже достаточно весомое преимущество. Новикова полит при заслоне. Вот мы сейчас будем смотреть. И 11-2 уже достаточно весомое преимущество. И у нас тайм-аут. И тайм-аут берет Уфа. Я хотел сказать тренер команды Уфы, но команда без тренера на этом суперфинале. Что, к сожалению, или, может быть, к счастью, даже не знаю. Возможно, это сложность для команды, возможно, и нет. Вот такой демократический стиль. Но, как я понимаю, обязанности тренера на себя сейчас взяла капитан команды Лиана Сакиян. И вот если мы сейчас увидим, по-моему, она как раз давала указания. Стояла в центре. Слушай, вот с нашей комментарской позиции кажется, что одна из девушек в наушнике стоит. Я не знаю, вот, может, музыка, конечно, слушает, но, возможно, это и такое... Указание? Указание по... Ну, я вот не вижу, чтобы она очень внимательно слушалась. Нужно будет, я думаю, что в перерыве разобраться, потому что история интересна. Если это действительно тренерские указания, то это похоже на такие игры футбольные, когда удаленные тренеры, которые нельзя присутствовать на матче, они подсказывают по телефону. Интересно, ну, как и само отсутствие тренера на матче. Мы обязательно уточним эту информацию в большом перерыве. Тем временем Уфа. Нападение. Валиева. Один в один против Новиковой. Ямалиева в усах. Получает блокшот от Абрамовой. Быстрая атака. Указание. Багавиева на Панкратову. Давала передачу. Неудачно. Сакиян перехват. И фалят на Лиане. Фалила либо Панкратова, либо... Багавиева. Диана Багавиева. Первый фол у Дианы. Ну и третья команда, ничего страшного, пробиваться не будет. Очень грамотно остановила быстрый переход, не дав набрать легкие очки. В принципе, с точки зрения тактики, я думаю, что здесь вопросов быть не может. Другое дело, что до этого передачу в руки сопернику отдали. Это, конечно, не есть хорошо. Никак не могут вот после первого заброшенного мяча снова забить баскетболистки из Уфы. Все так же горит 2. Никак не могут вот после первого заброшенного мяча снова забить баскетболистки из Уфы. Как я понимаю, да, был фол, и Лиана Сакиян, второй персонаж. Сакиян получила фол, но Новикова получала под кольцом в очень хорошую передачу из центра поля и могла завершать, но Сакиян, даже несмотря на свой миниатюрный рост и вес, смогла вытолкать ее за лицевую линию, но не без нарушения правил. А здесь пробежка. И замена у Уфы. Вместо Альбины Валиевой на площадку выходит Наиля Саидкулова. Защитница ростом 164 сантиметра. Позиционная атака Уфы. Сакиян обыгралась с Абгалимовой. И заступила. Заступила Гульнас Абгалимова. Ну, кстати, дамы и господа, по нашим именам и фамилиям могли понять, что у нас тоже сегодня небольшой дерби. Комментаторское дерби, да, сегодня такое, так называемое. Мы на эту тему уже шутили. И, естественно, Марат Расланов представляет Татарстан. А у Андрея Манзурова половина родни живет в Башкортостане. Правда, я сам не башкир, но симпатизирую Башкортостан очень сильно, учитывая, что, возможно, какие-то корни у меня есть. Такой символизм сегодня. Учитывая, что мой самолет из Казани, где был заключительный матч серии «Локомотив Кубань» и «Уникс», закончился, который вчера, приземлился самолет сегодня утром прямо сюда, поэтому с татарской атмосферой сюда прилетел. Поэтому не все просто так, у нас все подточено. Между тем, 13-2, двузначное преимущество, 11 очков уже составляет Казани и такой тревожный звоночек. Мы говорили с тобой, Андрей, что Уфа может догонять, но когда ты отпускаешь на очень далеко, и, соответственно, и догонять, естественно, очень-очень сложно. Ну, еще скажем о том, что пока не видно, за счет чего буду догонять. Плюс еще два фола персональных у Лианы, и это может стать проблемой, потому что вне ее отсутствия на площадке все-таки у ГНТУ выглядит немножко по-другому. Лиана Сакиян снова с мячом. Будет, нет, треху не будет бросать. Со средним бросок не точно. Подбор за Архангельской. Очень хороший матч вчера показала Дарья. К сожалению,
перебрала на персональных замечаний в том полуфинальном матче с «Черными медведицами» вчера и не смогла его закончить вместе с подругами по команде. Возможно, ее помощи в концовке не хватило. Уфа. Нападение. Позиционно в очередной раз. Ну и как вчера говорили мои коллеги, и Малиева разобралась на этот раз с Абрамовой в усах. Как и говорили мы, не мы, а наши коллеги вчера, Иван Воронцов, Антон Виноградов. Уфа все-таки больше предпочитает позиционный баскетбол, имея у себя в составе такого игрока, как Кристина Ямалиева. А вчера, когда мы с Иваном комментировали полуфинал между «Черными медведицами» и «Гавкситом», отметили о том, что Казань очень любит и умеет бегать в отрывы. Да, это видно, и вот эти передачи пока быстрые, не проходят, длинные, но само желание сыграть быстро и счет позволяет, в принципе, поэтому почему нет? Уфа действительно хороша в позиционке и, как ты уже сказал, абсолютно правильно, согласен с тобой полностью. Кристина Ямалиева очень уверенно разбирается. Пока, правда, за счет одного вот этого элемента, когда спиной к кольцу, она разворачивается в левую сторону и с левой руки забивает от щита. Пока работает, но не настолько хорошо, насколько, наверное, хотелось бы. Но, как говорил великий Брюс Ли, я боюсь человека, который отработал один удар 100 раз. Чем человек, который знает 100 разных ударов. Но это вольная интерпретация. Полностью смотри, фразы не Уфа помню. Уфа во второй атаке подряд умудряется перехватить. Ох. Ну, там на самом деле было похоже на то, что фалили на Абгалимовой. Но судейский сток молчит. И Казань разгоняет атаку. Хомич со средней. Неточно. Ямалиева подбор. Фол. Фалит Хомич. И точно, Ямалиева подбор. И это пробивной фол. Перебрали уже четко из Казани. И, наверное, в такой ситуации, конечно, нужно было сыграть на той половине немножечко, конечно, не так агрессивно. И давать арбитрам возможности для выдачи персонального замечания. Ну, посмотрим, как со штрафными сейчас у 10-го номера Уфы. Первый не попадает. Слушай, действительно, пятый номер Уфы, я сейчас видел, это Люция Сатарова, которая с наушником подходила сейчас к капитану команды и давала какие-то указания. Лиана Сакьян, возможно, то есть мы говорим о том, что, возможно, тренер по телефону ведет работу. Это интересно. Еще бы как в Формуле-1 прослушивать то, что там говорят, было бы очень здорово. Но надеемся, что в следующем году у нас будет такая возможность. Смотри, Сакьян перехватывает, и у Уфы это, по-моему, четвертый перехват вот за последние несколько владений. Тут же Сакьян теряет мяч. В безобидной ситуации, казалось бы, из рук он выпал. И улыбается она, понимает всю ситуацию. Нужно играть дальше. Времени еще вагон. Минус 8, между тем. Минус 8, и в нападении Казань. Минута 30 до конца первой четверти. Перехват! И фалят на... На Иле Саиткуловой, которая вышла до конца первой четверти, перехват. На замену. Смотрим мы повтор. И фалят. Классный проход. Отличный перехват. Прочитала ситуацию и могла, конечно, забивать два с фолом, но мячик пощадил девчонок из Казани. Молодцы девчонки из Уфы. Борются, сражаются и не дают сопернику отрываться в счете. Четко. Первый бросок четко в цель. Наиля Саиткулова. Это первое очко ее было, второе она смазала. Подбор за Боговиевой, которая, кстати, вчера, Диана, показала отличную игру в борьбе с передней линией Санкт-Петербурга. Вот сейчас она в быстром отрыве, таком уже полубыстром отрыве, забила из-под кольца. Да. Кстати, очень интересно, что вчера Ямалиева сражалась одна с достаточно такой весомой передней линией МГАВКа. Одной из лучших в России в студенческом баскетболе. Ну, учитывая, где МГАВ. И такая же ситуация была и то, что фактически Боговиева тоже одна сражалась против передней линии «Черных медведиц». Поэтому два таких очень интересных центровых, немножко разных. Причем по своему ведению игры, по своему стилю игры, будет интересно посмотреть на их противостояние. Сакьян. Один в один против Тетеркиной. Показывает... Комбинацию рога. Ямалиева ставит заслон. Не пользуется им. Уходит в другую сторону. 5 секунд до нападения. Остается Сакьян. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Задергала соперницу. Сделала все правильно. И должна была забивать. Но мяч в кольцо не попадает.
20 секунд остается, и эта атака будет, думаю, что до конца. И в исполнении девчонок в красной форме, это Уфа. Очень похожа форма на расцветку сборной России, которая играла на Олимпиаде в Лондоне. Такой босковские цвета и... Ну да, что-то есть, что-то есть. И орнамент такой своеобразный. По бокам. Но в итоге у нас остается 9 секунд. Фалит Камила Тетеркина. И это будет 2 штрафных броска. Лиана Сакиян до этого промазала 2 штрафных броска. Сейчас посмотрим, как будет сейчас. Очень тяжело вздыхает Лиана. Видимо, ощутимый. 10 минут без замены она уже отбегала. И вчера бегала почти весь матч. Поэтому усталость должна, конечно, сказываться. Но как лидеру, как капитану нужно терпеть и вести девчонок за собой. Собственным примером показывать, как играть и куда двигаться. 6 секунд остается. Это будет последний бросок. Видимо, и он точит. Номер 4. Дарья Субботина забивает этот мяч. 15-7. И, по-моему, Дарьи Субботиной вчера не было в заявке. Я могу немножко ошибаться, но, по-моему, не было Дарьи. 2 очка забила она. 17-7. Со счетом 17-7 заканчивается первая четверть. Марат, что скажешь по первой четверти? Твой итог. Мне очень нравится то желание Казани играть быстро, играть агрессивно, бежать, грамотно строить быстрое нападение пока не получается, потому что много потерь, но само желание мне радует. Эта игра быстрая. Опять же, Уфа строит свою атаку, мы уже сказали с тобой, через центрового. И, похоже, нащупывает те моменты, через которые можно набирать очки. Это проход, заставлять фалить, и тем более Казань поддается на эти провокации. И центровой, 10-й номер, Кристина Ималиева, которая очень уверенно разбирается пока своими оппонентками в игре в трехсекундной зоне, непосредственно рядом с кольцом. Поэтому 10 очков преимущества Казани абсолютно заслуженное, но Уфа показала о том, что может и вчера показала, и сегодня показывает, что будет цепляться, не будет сдаваться. И, извиняюсь, опять, может быть, я излишне уделяю внимание этой теме, но да, сейчас, да, мы видим это. Если режиссер трансляции покажет нам скамейку запасных, скамейку вообще Уфы, как раз капитан команды Лиана Сакиян общается сейчас по гарнитуре по телефону, и я уверен, что это тренер команды. Да, я тоже подозреваю, что это так. Возможно, нам как-то получится получить какой-то комментарий, как я сказал, в большом перерыве. Тем временем казанская пятерка, которая будет начинать вторую четверть, уже на площадке. И я вижу Тетеркину, Боговиеву, Хомич, Абрамову и Екатерину Щеголькову. И у Уфы на площадке Саиткулова, Ямалиева, Фаткулина, Сакиян и Абгалимова. Нападение. Уфа, нам принесли статистику, что можно сказать по ней. 19-9 подборы в пользу Казани, но это ожидаемо. Мы об этом уже говорили. Ну и 5 подборов, конечно, нападение. Это очень-очень хорошая цифра. И вот сейчас отличная передача 18-го номера капитана команды Марии Хомич под кольцо. Разрезала всю оборону Уфы и очень-очень легкие 2 очка набирает Екатерина Щеголькова. Щеголькова. Уфа. Ямалиева. Фол. Боговиева спрашивает, за что фол. Уфа. Но показалось мне, вот сейчас повторим мы увидим, да. Ямалиева. По-моему, там было касание, потому что эта позиция рядом с нами была. Было касание при броске, и даже если она ударила по мячу, то обычно судьи как раз за это дают. Ну, мы все знаем, тем более то, что если пытаешься накрыть сзади, то чисто рефлекторно судьи зачастую свистят фол. Только если ты не Ману Женобеля. Да, да, абсолютно верно. Итак, продолжаем. Кстати, что хотел еще отметить по статистике. Процент попадания обеих команд. 37 у Поволжья и 13 у Уфы. 2 из 15 всего лишь по итогам первой четверти забили с игры баскетболистки у ГМТУ. Показатель хорошей защиты. 2 игрока у Казани всего пока не принимало матча в первой четверти. То есть довольно широкой ротацией пользуется Наталья Кулешова.
Счет позволяет, и как раз продолжительность ее речей в перерыве об этом говорит. Очень коротко она обмолвилась словами с девчонками и отпустила их на паркет. И, кстати, этим объясняется то, что фалят, когда необходимо, сразу же фалят баскетболистки Казани, потому что есть ротация, есть возможность выпустить другого игрока на площадку, есть возможность защищаться жестко, что, собственно, Казань и демонстрирует. Ой-ой-ой, интересно. Очень тяжелый бросок сейчас выполняла Гульнас Абгалимова и левой рукой завершала. И это первые два очка, если не ошибаюсь, у Гульнас. Да, так и есть. Нападение Казань. 10 секунд остается. Абрамова одна на дуге. Долго высматривает партнершу по команде. Хомич бросала. И фол. Фол. Это фол Уфы. Владение останется у Казани. Неправильно, по мнению судьи, отсекала свою оппонентку баскетболистка Уфы. И еще 14 секунд на атаку для Казани. Тетеркина. Но будет прода... Ой-ой-ой, поскользнулась она. И Ямалиева рвется в быстрый отрыв. Находит Абгалимову неточный бросок. Трехочковый Хомич забирает подбор. Пока у девчонок из Уфы никак не ладится вот с этим компонентом, с дальними бросками. А Казань, вот тот самый транзишн, быстрое нападение. И очень-очень уверенно начинает работать. Снизили количество ошибок и... Легкие очки набирают. Плюс 11 максимальный отрыв. Он уже был в первой четверти, но вот дальше 11, это отметки в 11 очков, никак не двигалось. И снова сквозняк. Абгалимова уже пятую треху запускает. Как минимум две из них в молоко пришлись. Нужно что-то менять. Наверное, но хотя есть... поговорка и выражение «бил, бью и буду бить», и когда-нибудь, возможно, это принесет плоды. Но она, мне кажется, довольно шутливого характера, и ей руководствоваться не совсем стоит. Да, сейчас, по крайней мере, вот так, в таком пылу борьбы, тем более в отсутствии тренера на скамейке, даже если он работает по телефону, по наушнику, все равно... Достаточно тяжело вносить коррективы сразу же быстро. Борьба у нас тут под щитом, как Аки волчицы сражались баскетболистки из Уфы. И Юлия Фаткулина забивает 2 очка. 21-12. Казань нападение. Два больших игрока, кстати, наверху. И Боговиева, и Абрамова. Боговиева в итоге... Пошла под кольцо и совершила потерю. Вот неплохо девчонки из Уфы защищаются позиционно, а против быстрого нападения пока ничего не могут сделать. Поэтому, собственно, быстрое нападение является тем фундаментом преимущества, которое есть у Казани. Ну и очень положительно то, что положительная динамика в том, что девчонки, кроме 10 номера, кроме Кристины Малиевой, начинают набирать очки, потому что в первой четверти 5 очков набрала она, а всего по одному набрали Наиля Саиткулова и капитан команды Лиана Сакиян. Вот это как раз говорит о многом. Вообще 7 очков за четверть — это довольно мало, а если из них 5 набирает один человек, а все остальные практически ничего, это не есть хорошо. Ну и стоит сказать, что в первой четверти Лиана промахнулась 5 раз с линии штрафных, забила всего один из 6. Не тот процент, который должен быть у баскетболиста на этом уровне, вообще на любом уровне, если только не Шакил О'Нил. Да, нужно забивать штрафные, и как раз, тем более соперник пользуется этим, чаще фалят и ставят себя на линию, но нужно наказывать их за это. Абсолютно верно. Вот что, собственно, и показывает сейчас Алина Новикова. Первый штрафной точно. И второй тоже точно. Алина Новикова набирает 4 очко. Пообщались мы с пресс-атташе АСБ Антоном Виноградовым в перерыве. И он рассказал о том, что Алина Новикова очень в последнее время набрала именно вот хорошую такой вот мышечной массы, окрепла. Потому что в период, когда она играла за энергию, она была... Ну, как сказать, не имела настолько, как сказать, мощного каркаса, что ли. Набрала действительно Алина Новикова в плане силы, в плане атлетизма. И запулила сейчас передачу такую, что партнер аж еле выловил.
Не, действительно, очень-очень здорово играет пятый номер Казани и пользуется своими своей антропометрией, идет в проход и в защите как раз очень здорово действует. Антон абсолютно верно, грамотно отметил как раз те изменения фенотипические, которые появились. Вообще, да, напомню, что Антон Виноградов один из лучших специалистов России по женскому баскетболу, по женскому студенческому баскетболу, так уж точно лучший. Продолжаем комментировать эту игру. Тетеркина хорошо поймала Абгалимову на показе, забрала подбор. Хомич теперь снова... Ой-ой-ой, как она убрала одним обманным движением своего опекуна. Бросала трёху неудачно, но в итоге все равно подбор остался за командой из Казани. И два штрафных броска будет исполнять Екатерина Щеголькова. Да, очень здорово действовала Камила Тетеркина. Очень в мужском стиле показала и отпрыгнула назад. Такой степ-бэк, если говорить, выражается американским термином. Тяжелый очень бросок, но при этом, если бы попало, было бы очень-очень красиво. Не заметили мы, как Екатерина Штаб появилась на площадке Уфы. 11 номер. И Уфа в нападении. Сакиян против Тетеркиной. И в пас передача направляется к нашей комендантской позиции. Видимо, Андрей, тебе на адресовывалось. Спасибо, Сакиян. Да. Спасибо, Лиана. Я очень приятно удивлен. Нужно было тебе, конечно, более активно вступать в игру. И девчонки из Уфы берут тайм-аут. Тот самый наушник мы видим. Сейчас будет какая-то установка. Ну что, 25-12 плюс 13 уже у Казани. Постепенно, потихоньку отрываются девчонки. К середине второй уже вот 13 очков. 11 до этого максимально было. Причем удавалось Уфе сокращать отрыв до 7 очков. Но тенденция пока не утешительная для девчонок из столицы Башкортостана. Но еще отметим все-таки короткую ротацию у команды из Уфы. 7 человек играют у них. И вчера, по сути, только играло 7 человек всю игру. Уфы еще 3 человека без замен совсем играют, поэтому, конечно, очень-очень непросто. Тем более, учитывая, сколько сил они вчера отдали в игре против МГАВКа. Давай, пока есть минутка, может быть, мы напомним, что сегодняшний матч будет не последним в игровом дне. Во втором матче мы увидим также супер-бронзовый, как мы его называем, я его называл, матч мужского суперфинала. МГУ будет сражаться с Магнитогорском за бронзу в мужском суперфинале АСБ. Да, причем там получилось абсолютно два разных полуфинала. Если в женские полуфиналы были наполнены трагизмом, триллером, и обе команды очень обидно, но достойно уступили, то в мужских полуфиналах МГТУ, ну, видимо, был просто не день ребят из Магнитогорска, потому что МГАВК фактически уже бросил играть в третьей четверти, и все равно там 30 очков разрыва получилось. В итоге МГАВК в финале МГТУ матч за третье место, а второй полуфинал был очень напряженным, и только в концовке МГУ уступил действующим чемпионом АСБ Санкт-Петербургскому государственному университету промышленных технологий и дизайна. Блокшот ставят Абгалимовой. И снова двойной блокшот. Как сказал бы наш с тобой коллега и мой приятель Роман Скворцов, с крышечкой. Мы уже не раз вспоминаем Романа Скворцова за эти два дня. Роман, привет. Продолжаем мы смотреть эту игру. Уфа, нападение. Абгалимова один в один против Новиковой. Снова Сакиян с мячом. Ох, интересный бросок. И так, эпизод был интересный между Сакиян и Хомич сейчас. Агрессивно Хомич. Ну, потолкались так. Я думаю, что немножко выпустили пар. Действительно, баскетбол — контактная игра. И когда тебя ставят спину и отсекают, не дают забрать мяч, это, естественно, не совсем приятно, когда ты на усталости и не можешь даже замениться, потому что, ну, я так понимаю, некем заменить просто капитана команды. Просто некем, к сожалению. Для УГНТУ все-таки тоже пределы сил Лианы не безграничны. Ну, будем надеяться, что еще не раз сегодня она себя покажет.
29-14 за 3 минуты 17 секунд до конца первой половины. Дарья Архангельская забивает. Это был двухочковый бросок. 31-14. Четвертое очко у Дарьи. Уфа в нападении. Лиана на Ямалиеву. Сыгранная двоечка. И... Она, браво, очень нарочито и подчеркнуто очень аккуратно защищается против Кристины Ямалиевой. И даже несмотря на то, что руки абсолютно вертикально были, она смогла накрыть. Молодец, здорово отыграла и теперь может отдохнуть на скамейке запасных. Уфа, потеря у Сакиян. Но Новикова перехватывает мяч и совершает ответную потерю. Перехват на этот раз записывает себе Альбина Валиева. Абгалимова. Против Новиковой. Лично играют друг против друга. Ой-ой-ой, молодец, какая Гульнас. И в итоге благодаря ее перехвату, передача на Валиева и передача уже Валиевой на Ямалиеву, Уфа набирает свое 16 очко. 31-16. Новикова на Хомич. Хомич находит снова Архангельскую. На той же точке была Дарья, что и в прошлый раз, но на этот раз не забила. Очень-очень нравится мне, как девчонки из Казани разрывают оборону. Не всегда забивают. Естественно, это не... Я и не прошу от них, чтобы они забивали 100%, но очень-очень здорово именно с точки зрения тактики и вообще эстетики баскетбола все делают. И, собственно, счет на табло. Плюс 15 у них, значит, все делают правильно. Да, тем временем у нас замена у Казани. Ушла капитан команды Мария Хомич, вышла лидер. Я думаю, что безусловный. Ну или один из лидеров команды все-таки, Камила Тетеркина. Кстати говоря, у нас сейчас на площадке две героини материала Student Sport о том, что почему вам стоит посетить суперфинал АСБ 2017 года и посмотреть все живьем. Это Камила Тетеркина и Екатерина Штаб. Кто не видел этот материал, обязательно знакомьтесь. Очень красиво и интересно. Тем временем Ямалиева, первая из баскетболисток обеих команд, перешагивает 10-очковый рубеж набранных очков. 12 на ее счету. Ну, но... еще бы. По-моему, все из них были набраны вот тем самым движением, разворотом. Элитным движением. В левую сторону. Показан правый уход в левую и через спину разворот и бросок с отскоком от счета. В прошлой атаке Екатерина Щеголькова набрала 2 очка для Казани. Сейчас нападение Уфа. Сакиян на скорости уходит от Тетеркиной. Не забивает, и в итоге мяч остается у Казани. И на указание до площадки вышло, тоже мы не заметили, впервые сегодня, это Олеся Бегтярякова. И, как я понимаю, уже фактически всех игроков использовала тренер команды ПГАВКа Наталья Кулешова. Не видели мы только, по-моему, Екатерину Галиуллину. Ой-ой-ой. Отыгралась от блока, ничего страшного, это волейбольная тема. Главное, что не растерялась и нашла свободного партнера. 2 очка. Екатерина Щеголькова, 2 очка. Это уже 10-е очко Екатерины сегодня. Она второй игрок, который в сегодняшнем матче, который на данный момент набрал 10 и более очков. Сакиян шла, ну, мне кажется, даже на фол. Но Щеголькова не свалила. И в итоге снова быстрая атака Казани. И, конечно же, кто у нас на острие? Алина Новикова. Очень-очень просто получилось. В две передачи расчертили. И со скоком от счета очень нежно, как говорю, в таких случаях забивает. И легкие 2 очка набирает для команды. И снова быстрый отрыв в исполнении Казани. Но на этот раз не успели быстро довести до Алины мяч. И позиционно будет разыгрывать. И просит поставить заслон Камила. 5 секунд остается в четверти. Ох-ох-ох. Очень такой, немножко опасный даже. Очень могла получить травму сейчас Камила. Поехала нога, судя по всему, по паркету. Может быть, там скользко или кроссовок просто проскользнул. Но слава богу, что все обошлось. Итак, со счетом 37-18 завершается первая половина сегодняшней игры. Марат, по твой итог по первой половине, какие есть резервы у Уфы для того, чтобы, возможно, нагнать Казань?
к сожалению, пока не видно, да, за счет чего Уфа может, тенденция сохраняется, отрыв постоянно растет, Казань, несмотря на то, что играет абсолютно широкой ротации, максимально возможной, все игроки уже задействованы, все равно отрывается в счете. Видели мы, да, что уже 12 очков, и видим, что мы набрала Кристина Ямалиева, но скорее это одно из светлых, единственное светлое пятно пока в игре уфимской команды, и ничего не могут противопоставить девчонки. Стоит, наверное, уповать пока лишь на то, что это все-таки женский баскетбол, и здесь перемены настроений могут случиться, но пока какой-то тенденции я лично наблюдать не могу. Сейчас статистические листки появляются на нашем столе, и, Андрей, я думаю, что мы с тобой сейчас как раз прильнем к ним и расскажем вот некоторые интересные цифры. Ну, такая самая, наверное, яркая цифра – счет по подборам. Я его упоминал счет в первой четверти, сейчас же он стал уже 32-19, и стоит ответить Диану Боговиеву, уже который раз за два дня я говорю про нее. 10 подборов, причем 3 подбора в нападении, 6 очков. Я думаю, будет у нее сегодня дабл-дабл. Также 4 подбора собрала Камила Тетеркина, и 2 из них нападение. Но напомним, что Камила — это на секундочку свингбэн, первый-второй номер. 6 подборов у Кристины Ямалиевой тем временем у Уфы. Ну и 12 очков, как упомянул мой коллега Марат. И, кстати говоря, очень неплохо играет Кристина и по проценту попадания, учитывая, что общий процент попадания Уфы 22, Кристина тем временем забивает 5 из 8, 63%. Также стоит отметить, что мы с тобой сегодня как раз и видели, очень хорошую игру сегодня Алины Новиковой. Всегда на острие атаки, бежит активно, причем стоит отметить ее активную защиту против Гульнас Абгалимовой. Гульнас один из 8 всего лишь двухочковых, плюс 0 из 5 трехочковых, и в итоге один из 13, всего лишь 8% попадания. Также из персоналей стоит, наверное, отметить... А, ну вот еще 4 передачи Камилы Тетеркиной, конечно, плюс 2 перехвата. Вполне возможно, может быть, будет 5x5. Ну или хотя бы 4x5. По потерям Казань тоже впереди, но это обусловлено тем, что очень-очень уж ну, могут они позволить себе играть опасно, быстро и остро. Не раз мы видели, как они теряют мяч именно в быстром переходе, но при этом забивают же после них. Поэтому тут все обосновано. Да и счет на табло как бы все как раз сглаживает и разрешает играть так, как играют девчонки из Казани. Да, дамы и господа, мы к вам вернемся буквально через 10 минут. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся.
Искусство неисчерпаемо, как жизнь. Каждый день мы делаем маленькие шаги для того, чтобы сохранить большое искусство. Мы гордимся тем, что Русский музей, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина считают нас своими партнерами по сохранению национального культурного наследия. Театр есть искусство отражать жизнь. Во всем мире славится русская театральная школа. Театры, названия которых стали символом национальной культуры, Большой, Мариинка, Мастерская Петра Фоменко, уделяют огромное внимание бережному сохранению традиции музыкального и драматического искусства. Мы поддерживаем их усилия. Спорт становится средством воспитания тогда, когда он любимое занятие каждого. Из побед спортсменов рождается национальная гордость. Мы вкладываем в наши спортивные победы свои силы, средства и частичку души. Благодаря сотрудничеству ВТБ со многими национальными федерациями и отдельными командами, мы с особенным чувством болеем за россиян в спортивной гимнастике, волейболе, баскетболе, хоккее и в авторалли. Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми. Наша благотворительная программа называется «Мир без слез». Мы всегда находим возможность помочь детским больницам Москвы и городов по всей стране в приобретении медицинского оборудования и лекарств. Каждая акция – это еще и возможность сделать подарки маленьким пациентам и организовать для них праздник. Успех для нас – это новые возможности преобразить жизнь, изменить ее к лучшему, жизнь культурную и спортивную, жизнь каждого человека и жизнь всей страны. ВТБ. Успех – это возможности. Мы добываем газ в России, работаем на результат, думаем о людях. Поддерживаем спортивные проекты. «Новатэк». Мы часть большой и великой страны. Агентство спортивных новостей «Эрспорт». Это последние новости, лучшие кадры матчей и фотоистории, видеосюжеты и обзоры матчей, уникальная инфографика и подробная статистика. «Эрспорт.ру». Готовься к победам! Искусство неисчерпаемо, как жизнь. Каждый день мы делаем маленькие шаги для того, чтобы сохранить большое искусство. Мы гордимся тем, что Русский музей, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина считают нас своими партнерами по сохранению национального культурного наследия. Театр есть искусство отражать жизнь. Во всем мире славится русская театральная школа. Театры, названия которых стали символом национальной культуры, Большой, Мариинка, Мастерская Петра Фоменко, уделяют огромное внимание бережному сохранению традиции музыкального и драматического искусства. Мы поддерживаем их усилия. Спорт становится средством воспитания тогда, когда он любимое занятие каждого.
Из побед спортсменов рождается национальная гордость. Мы вкладываем в наши спортивные победы свои силы, средства и частичку души. Благодаря сотрудничеству ВТБ со многими национальными федерациями и отдельными командами мы с особенным чувством болеем за россиян в спортивной гимнастике, волейболе, баскетболе, хоккее и в авторалли. Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми. Наша благотворительная программа называется «Мир без слез». Мы всегда находим возможность помочь детским больницам Москвы и городов по всей стране в приобретении медицинского оборудования и лекарств. Каждая акция – это еще и возможность сделать подарки маленьким пациентам и организовать для них праздник. Успех для нас – это новые возможности преобразить жизнь, изменить ее к лучшему. Жизнь культурную и спортивную. Жизнь каждого человека и жизнь всей страны. ВТБ. Успех – это возможности. Здравствуйте, дамы и господа, мы вернулись. Вторая половина бронзового матча, или как мой коллега Марат говорит, супербронзового матча. Супербронзовый матч на суперфинале АСБ. Между женский, женская игра за третье место между Поволжской государственной академией физической культуры, спорта и туризма, которая представляет город Казань, и Уфимского государственного нефтяного технического университета, как несложно догадаться, город Уфа. Башкирия против Татарстана. Говорили мы уже и шутили на тему дерби, но пока не получается того самого духа дерби. Соперничество слишком уж велико. Преимущество команды из Татарстана. Ну и, собственно, счет на табло. По всем статьям. Практически 20 очков разницы. И пока не видно, за счет чего девчонки из Уфы можно попытаться догнать. Ну, если только вот этой двоечкой, Сакияна Ямалиева, которая сейчас сработала после перехвата Лианы. И 14 очко Кристины, 37-20. Гавксид в нападении. Тетеркина находит на дуге Новикову. Новикова не точно, подбор было, забрала Фаткулина, потом ей борьбу навязала, по-моему, Боговиева, и в итоге мяч... Мяч остается у Казани, по рукам он там походил, почему все были руки вытянуты, и он так переходил с одной руки на другую. И в итоге достался девчонкам из Казани, и что теперь, и еще раз... И снова Казань.
Напомним, мы состав судейской бригады. Старший судья Антон Круглов, Москва. И помогают ему. Это вместе в одной бригаде работают двое судей. Это Максим Житлухин, Оренбург, и судья Даниэль Адейеми, Россия. Так, а борьба в трехсекундной зоне. Спорный мяч. Никто не хотел уступать. Схватились за мяч. И мяч снова остается включен без Казани. Архангельский выносит мяч за лицевой. Находит Новикову. Новикова на Тетеркину. Тетеркина треку. Но пользуется своим преимуществом в росте над Лианой Сикиян. И в итоге подбор забирает нападение очередной, 11-й, если не ошибаюсь. А то может быть и больше Диана Боговиева. Не подбор нападения, а общий подбор забирает Диана Боговиева. И счет 39-20. И перехват Казани. И Камила Тетеркина не забивается под кольцом в быстром отрыве. Но ее подстраховывает Диана Боговиева. Забрала подбор. И плюс 2 очка снова Гавксит. И в итоге плюс 21 очко ведет Казань. Собственно, у Дианы Боговиевой тот самый анонсированный тобой дабл-дабл уже случился вот на старте третьей 10-минутки. Да, именно так и есть. И снова быстрая атака в исполнении баскетболисток из Казани. Ну, не будет быстрой атаки, будет позиционка. Боговиева со средней, после передачи Тетеркиной не точно. Подбор забрала Альбина Валиева. И Лиана Сакиян прессингует ее Камила Тетеркина. Но Камила и повыше, и помощнее, и побыстрее даже, мне кажется, в защите, в работе защиты имеется в виду. Может прижать Лиану. В итоге потеря у ГНТУ. Камила не забивает, но подбор за Дарьей Архангельской и снова нападение Казани. Камила пользуется заслоном и снова неточно. Уже третий бросок Камилы и неточно он идет. И видит это Наталья Кулешова. Замена в итоге. Вместо Камилы Тетеркина выходит Мария Хович, капитан команды. Мне очень нравится, как Камила играет в защите, но два раза из-под кольца она промахнулась. Не знаю, чем это обусловлено. Казалось, свободные броски она выполняет, но причем после собственных перехватов она убегала в отрыв. Очень здорово отыграла в обороне и оставалось отблагодарить себя любимую двумя набранными очками. Но нет, дважды она была не точна в быстром отрыве, и сейчас ее поменяли. Нужно перевести дух, немножко успокоиться и обратно вернуться. Ну, вообще, я вот ходил во время перерыва на противоположные трибуны, и там сидела как раз Камила на скамейке запасных. Но очень напряжена она, как мне показалось. Возможно, еще в памяти остались следы вчерашнего полуфинала против «Черных медведиц», поэтому, может быть, Камила еще тоже не до конца от него отошла. Вот, как минимум, по итогам первой половины у нее было всего лишь 2 очка на счету. Для нее это не так много. Но, правда, 4 подбора и 4 передачи. Казань снова нападение. Дарья Архангельская. Неточно. Емалиева подбор. Абрамова пыталась ей там навязать борьбу, но Кристина четко показала, что не отдаст этот мяч. Ай-яй-яй. Здесь очень здорово опять. Еще раз Казань нашла управу на Кристину Емалиеву. И из-за спины выбегает защитник и перехватывает мяч. 2 да, очка. Перехват Диана Боговиева записала себе на счет. Плюс 23. Тенденция не меняется. И отрыв девчонки из Казани продолжает расти. Прижала Валиеву Боговиева. В итоге Сакиян пришла той на помощь. На скорости уходит от Боговиевой. И 2 очка Лианы Сакиян. 3 очко ее сегодня. 43-22. Чуть-чуть сокращает отставание. Разброс хороший идет у баскетболисток из Казани. Новикова в проход. Очень мягко левой рукой она завершала. К сожалению, мимо. Но говорили мы с тобой о том, что насколько технично как раз пятый номер Алина Новикова. И неважно, с какой руки завершать, справа или слева, одинаково разносторонние баскетболисты. Да, так и есть.
Ну, вообще, вот я бы хотел отметить пробежку, совершают баскетболисты УГНТУ, баскетболистки. Я вообще хотел бы отметить то, что вот заднюю линию, фактически основную, это Алина Новикова и Камила Тетеркина, они сами по себе могут прижать кого угодно в защите и в нападении играть очень быстрый, атлетичный баскетбол. Несомненно, это большой плюс для команды из Казани. Мария Хомич, Александра Панкратова на Щеголькову. Чуть было потери не совершили. Но пробежка Щеголькова в итоге все-таки сохранила мяч Алина Новикова с помощью как раз Щегольковой, но уже входя в зону, в трехсекундную зону соперниц, Екатерина Щеголькова совершила потерю. 43-22 за почти 5 минут до конца третьей четверти. И нападение Уфа. Штаб дает передачу на Ямалиеву. Ямалиева. Фол. Фол Щегольковой. Я очень надеялся, что она завершит уже с правой стороны. Казалось бы, все для этого есть. Но нет, она стала разворачиваться влево. И снова завершала левой рукой. Не забила, но будет пробивать два штрафных. А в зале тем временем появляются уже ребята. Вот я вижу ребят из МГУ, которые уже по диагонали от нас сидят на трибуне. И напомним, что совсем скоро после окончания матча женского будет супер-бронзовый матч на суперфинале АСБ. Да, где встретится МГУ и МГУ и МГТУ имени... Казалось бы, отличаются одной никого. Буквой, а разные города — Магнитогорск и Москва. Я все хочу сказать МГТУ имени Баумана, но нет, это не МГТУ имени Баумана, это Магнитогорский государственный технический университет. Возвращаемся пока еще идущему матчу за третье место у девушек. Казань в нападении. Новикова треха через руку Валиевой. Вот такое обозначало вот поднятую руку, скорее, Альбина. Мимо. Ляна Скиян расставляет своих подруг по команде для позиционного нападения. Очень классный дриблинг. И очень уверенно она обращается с мячом. Ох, это фол. Это фол. И что, засчитают? Не засчитывают. Ай-яй-яй, я бы засчитал. Жаль. Красивый момент. И контролировала она свое тело. Это фол. Засчитают? Классный проход. Ну, даже странно, почему не засчитали. Ну, судим виднее. Как раз об этом, видимо, она и спрашивает. И что? А, и бросков не будет. Раньше был фол, нежели началась бросковая фаза. Посчитали арбитры. Ну что ж, им виднее. Девятый номер. Кстати, я об этом говорил. Камила Тетеркина появляется на паркете. Передохнула. И теперь будет бороться с новыми силами. Хорошо защищались от быстрого отрыва баскетболистки из Уфы. И... А вот это будет защита. И, да, два очка считать. И есть шанс Кристине Ямалиевой оформить 2 плюс 1. Эндуан. А вот это будет защита. Называют... И, да, два очка считать. Эпизод, когда баскетболист, либо баскетболистка забивает 2 очка и... Бонусный штрафной, но бонус штрафной мимо, но подбор забирает Альбина Валиева. Проспали ее. Не разобрались девчонки из Казани, думали, что два броска будет. Бонусный и штрафной, никто не но бонус штрафной мимо, но подбор забирает. И седьмой номер у финской команды оказался расторопнее всех. И расстроилась, что не забила этот легкий мяч. А я хотел бы заметить о том, что 17 очков из 26 теперь уже набрала... как раз 10-й номер команды. Это очень и очень много. Практически все очки набирает один игрок. И это, конечно, здорово для персонажа, для игрока, но это очень и очень не здорово для команды. Ну, в принципе, вся игра у ГНТУ строится на вот этой двоечке Сакиян и Ямалиева. Ну, основная, по крайней мере, игра. Львиная ее часть. Чуть было потерю не совершил Сайкулова. И Ямалиева. О-хо-хо-хо. Кристина Ямалиева сражается на подборе против Абрамовой Щегольковой. В итоге, ну, как минимум, по-моему, два подбора в нападении она совершила. И сейчас будет исполнять два штрафных броска. И в итоге замена. Вместо Панкратовой выходит Дарья Архангельская у Казани. И Кристина Ямалиева два штрафных броска. До этого она реализовала 2 из 4. Первый в цель кладет Ямалиева, второй тоже туда. 19 очков на счету, нет сомнений, что будет больше 20 сегодня, а может быть и 30-ку мы увидим.
Ну и 43-29. Минус 14 у Уфы. Подсократили они отставание. Хомич, треха, сквозняк. И в этом большая заслуга Кристины Ямалиевой, которая выбежала на Хомич. Обычно Кристина находится в усах при защите своего кольца. Но вот тут она решила подстраховать своих подруг по команде. И в итоге это вышло удачно. Уфа в нападении. Сакиян. Как поет один из рэперов нашей эстрады. Подстрахуй братуху. И Кристина Ямалиева как раз страховала сеструху своих. Да. Молодец. Хорошо подстраховала. Сакиян попадает под блокшот. Как я понял, Камила Тетеркина его поставила. Потеря. Пыталась все-таки спасти мяч Мария Хомич, но не вышло. И в итоге он остается у Уфы. Сакиян. Меньше 3 минут играть в третьей четверти. Екатерина Штаб пошла в проход. Екатерина Штаб. Вот что нужно девчонкам из Уфы. Больше активности и больше инициативы от каждой из них. Первые 2 очка Екатерины сегодня. 43-31 плюс 12. Плюс потери у Казани. И перехват ответный. Перехватила уже, казалось бы, Лиана Сакиян этот мяч и искала передачу в быстрый отрыв. А ударили по мячу, и он от ноги ее же укатился в аут. Обидно. Могли сократить. Еще больше могли сократить отставание. Уже осталось 12 очков из преимущества, которое было ранее. Промахиваются баскетболистки из Казани. Сакиян разгоняет быструю атаку. Нет, будет все-таки позиционка. Лиана. Ну отдает что? Передачу на Саиткулову. Саиткулова. Штаб. Штаб зажали дабл-тимом. Тихонько. Было больше 20. Сейчас уже 12, а еще 2 минуты играть в 3 четверти. Штрафных. Ну что, вот она. Мне кажется, расслабленность небольшая для девчонок из Казани. Слишком уж много поспешных и, может быть, не совсем подготовленных бросков со средней и с дальней дистанции. И девчонки из Уфы забивали из-под кольца. Причем делала это и Ямалиева, и ее партнерша. Поэтому 12 очков. Поинтереснее стало смотреть и зрителям, и нам. Раньше времени в зону вошла какая-то баскетболист Казани. В итоге дали Екатерине перебросить второй штрафной, но и первой она не попала, и второй, к сожалению. Ну и снова потеря у Казани. И ответная потеря у Уфы. Боговиева не будут торопиться. Спокойно. Будут разыгрывать эту атаку баскетболистки из Казани. Хомич. Архангельская. Получает блокшот от Екатерины Штаб. И быстрая атака. Альбина Валиева. 2 очка из-под кольца. И тайм-аут приходится брать Наталье Кулешовой, потому что отставание всего лишь 10 очков. Плюс, если я не ошибаюсь, плюс 12 на этом отрезке. Очень здорово нефтяночка выглядит. Преобразилась команда. Началась настоящая игра в защите. И, наконец-то, начали забивать все остальные девчонки. Не только одна Кристина Ямалиева. Здорово. Это то, чего мы хотели и ждали. Борьба и круто, когда настоящая борьба. И, собственно, это первый тайм-аут, который берет наставник казанской команды в этом матче. И вот смотри, уже по-другому она проводит его, уже эмоции, уже нерв. И это шанс. Вот здесь сейчас, по моему мнению, шанс для девчонок из Уфы. Если они продолжат так играть и найдут то самое место, вот куда они, мне кажется, они его нащупали и начнут его дальше и дальше ломать, то перелом может быть. Тогда, может быть, им удастся зацепиться за победу в этом матче. Но для этого нужно отыграть как минимум 10 очков. Ну и напомним о том, что уже хотя бы вчера баскетболистки у ГНТУ показали, как они умеют совершать камбэки. Итак, на концовку третьей четверти у Уфы выходят Сакиян, Саиткулова, Ямалиева, Абгалимова и Валиева. И у Казани Тетеркина, Хомич, Архангельская, Абрамова и Боговиева. Очень активная группа поддержки команды из Уфы за нашими спинами находится. Очень хорошо мы их слышим.
И помогают они отбиться девчонкам. Очень важная атака с точки зрения результата для Уфы, но... Наиля Саидкулова слишком сильно выбросила мяч. И в итоге он достается баскетболистам Казани. Алина Новикова появляется на площадке. Мария Хомич уходит на скамейку запасных. Будем смотреть, как станет развиваться атака Казани сейчас. Камила Тетеркина. Алина Новикова идет в краску. И мяч Уфы. И снова, достаточно давно уже, кстати, не забивали Гавксид. Вот как-то так, на мой взгляд, ну, уже минимум минуты три, по-моему, не забивали. Да-да, я абсолютно с тобой согласен. Очень здорово в зоне. Зона неожиданно стала подвижной. И что? И Кристина Ямалиева. Вот этот вот психологический рубеж минус 10 преодолен. Всего лишь осталось 8 очков. Сейчас очень важно отбиться баскетболисткам из Уфы. Дарья Архангельская. И... Пол нападения Максим Житлухин фиксирует. Сейчас мы увидим, это 11 номер. Диана Боговеева отмахивалась от своей оппонентки. Но, к сожалению, нет повтора у нас. Но, тем не менее, потеря баскетболиста Казани. Очередная уже. 43-35, минус 8. Ямалиева 1 в 1 против Абрамовой. Пробежка. Сделал шаг вправо, шаг влево, оторвала в итоге опорную все-таки ногу, опорную. Да, и я хотел, чтобы она забросила справа. Все было для этого уже дано. Даже оппонент говорила, и бросай справа. Ну, почему не попробовать? Камила. Два очка очень из-под кольца тяжелая. В фирменном проходе. Это вот такой вот тяжелый проход. Это как раз фирменная фишка Камилы Тетеркиной, которую она не раз демонстрировала. И последняя атака Уфы завершилась броском, который не приносит им очков. 45-35 по завершению третьей четверти. И, на мой взгляд, борьба еще впереди. Сейчас посмотрим, что будет у нас в четвертой четверти, какие указания по телефону, напомним, получит от своего тренера Екатерины Каковихиной, баскетболистки Уфимского государственного нефтяного технического университета. Да, ну, собственно, нужно сказать, что мой коллега Андрей действительно провел аки Шерлок Холмс расследование в большом перерыве. Действительно, тренер команды на проводе и на пульсе держит руку дистанционно, по телефону. Уникальный случай для студенческого баскетбола, который, думаю, что как-то дальнейшее развитие продолжит. Интересно об этом поговорить. Но у нас статистика. С пылу, с жару. И у нас два игрока оформили дабл-дабл. Это Диана Боговеева у Казани. 10 очков, 17 подборов. Причем 7 из них под чужим щитом. И Ямалиева Кристина у Уфы. 21 очко, 10 подборов. 3 подбора под чужим щитом. И 8 из 15. 53% попадания. Также, что интересно по другим персоналиям, у Казани Екатерина Чигалькова 10 очков, но она достаточно давно набрала эти свои 10 очков, плюс 4 подбора, 80% попадания всего. Алина Новикова, Казань, также 9 очков, но 3 из 10 с игры, хотя мы видели, как Алина летает быстрые отрывы. Как раз вот эти все 9 очков фактически были набраны в быстрых отрывах у нее. Также интересна статистика того, что 46-33 по подборам сейчас счет. 45-37 у нас тем временем Уфа сокращает отставание. Чуть позже вернемся к статистике. И снова Кристина Ямалиева, уже 23-е очко она набирает. Казань нападение, Абрамова на Боговееву. Боговееву зажали втроем. Не фиксирует фолы. У ГНТУ даже в численном преимуществе сейчас, но Диана возвращается на площадь, возвращает свою зону, успевает. Потеря. Потерю совершает Наиля Саидкулова. Заступила за боковую линию Наиля. И нападение Казань. Молодцы Камила. Болельщики, кстати. Я хотел бы о них еще сказать отдельно. Еще один фол нападения. Максим Житлухин выписывает. И технический фол. Ох.
Да, ну вот сейчас, конечно... Диана Боговиева получает. Ну, мы видели эпизод, когда до этого в нападении Казани ее окружили втроем. В итоге отобрали мяч. Диана показывала судье, что на ней фолили. Свистка не прозвучала. И сейчас произошла, видимо, похожая ситуация. К сожалению, не видел я эпизода. И технический фол получает Диана. Садится на скамейку. Вместо нее на площадке Екатерина Щеголькова. К сожалению, да, для болельщиков Уфы Гульнас Абгалимова не забивает штрафной, которым была наказана Казань за это технический. Оу, Гульнас Абгалимова зато реабилитируется двумя очками из-под кольца. 45-39, минус 6. Вот это да. И почему-то Алина Новикова решает бросать в быстром отрыве средний, не идет в проход и тем самым промахивается и еще дает одну атаку для Уфы. Ямалиева снова фирменный разворот влево, на этот раз предугадала его Абрамова, зажимают ее там вдвоем. Чей мяч? Мяч Казани. Высказывает своей задней линии Анна Абрамова о том, что надо открываться поскорее, чтобы я смогла дать передачу. Да, но тем временем хочется сказать о том, что 8 очков всего за третью четверть девчонки из Казани набрали. Крайне мало, учитывая, что 20 очков было в четверти под номером 2 и 17 в первой. Но молодцы девчонки из Уфы, которые включились в защите и не дают бросать без сопротивления. Вот как сейчас. Ну, как мне кажется, потерялось движение в нападении у Казани в том числе. Вот сейчас как раз и Мария Хомич, секунды 4 точно она стояла с поднятым мячом, пытаясь найти, кому отдать передачу. А тем временем Кристина Ямалиева, 25-е очко и 45-41, минус 4. А напомню, что было минус 17. И экстренно сдергивается со скамейки Екатерина Щеголькова, Наталья Кулешова. Хомич один в один. Не разбирается. Ямалиев очередной подбор. Сакиян. Быстрой атаки не будет. Позиционно. Вот она. Мне кажется, слава камбэков будет за командой за УГНТУ. Закреплена. Очень и очень тяжелый мяч. Решается бросить на Илья Саиткулова. И в быстром отрыве 2 очка набирает уже Казань. Дарья Архангельская. 2 очка из-под кольца. 47-41, но наконец-то забивают баскетболистки Казани. Минус 6. Уфы. Команда из Уфы заиграла совсем по-другому. О-о-о! И первая треха для Уфы. И второе трехочковое попадание в матче. 1-1 по трехам. И какой же важный момент попадает игрок уфимской команды. Альбина Валиева. Минус 3. Такое ощущение, что девчонки из Уфы просто ждали вот эти последние минуты, и неважно, какой отрыв бы был, и начали спуртовать. Вспомним даже вчерашний день, когда они тоже, уступая МГАВКу, реализовали несколько трех, и в итоге перевели игру в сумасшедшую концовку, то ли будет сегодня. Сейчас фол Уфы. И разыгрывает мяч Казань. Хомич, Новикова. Алекс Архангельская. Так, небольшой тут конфликт между Ямалиевой и Архангельской. Саиткулова получает второй фол подряд, если не ошибаюсь. И снова 14 секунд. На атаку Казани. Камила Тетеркина берет инициативу в свои руки. Не забивает в фирменном проходе. Кархангельская не добивает. Там еще сражалась за подбор Щеголькова. Но все-таки баскетболистки Уфы смогли вырвать этот подбор. И в атаке они. 6 минут у нас до конца четвертой четверти. 6 минут — это очень и очень много. И всего лишь 3 очка разницы. Было, напомню, больше 20. Казань вела, и сейчас ничего от этого преимущества не осталось. Больше движения стало в защите у Уфы.
Сейчас забивает Екатерина Щеголькова. У меня вопрос как раз к двум игрокам Уфы. Откуда сила у Лианы Саикян и Кристины Ямалиевой? Откуда сила? Они бегают без замен, бегали вчера и сегодня не присаживались, разве что в перерыве. Второе дыхание открылось. И пробежка. Пробежка у Камилы Тетеркиной. И тайм-аут. Тайм-аут берет Наталья Кулешова. Ну, наверное, пора. А, нет, извините, берет тайм-аут Уфа. Возможно, чтобы просто дать хотя бы передохнуть Лиане Сакиян, Кристине Ямалиевой и ее подругам. Сейчас уже фактически началась концовка. Да, абсолютно точно. Концовка. 5,5 минут. Большая разница, которая была, съеживается до абсолютно догоняемых и отыгрываемых 5 очков. И сейчас будут нервы, сейчас будут тактические фолы. И сейчас, не знаю, скажется ли на отсутствие тренера на как раз на мостике, я хотел сказать, ну вот на бровке и на паркете Уфы. В любом случае, то, что нас ждет, интересная концовка, и еще победитель этого матча абсолютно не ясен, это 100% интересно. И это круто. И вот что интересно, вот если Угентуи так играет без тренера на скамейке, то как же он играет с тренером? Кто знает, вдруг они, наоборот, более расслаблены, не знаю, не могу сказать. По крайней мере, без тренера вот сейчас дистанционно получается неплохо. Браво ретрансляторам и браво коммуникациям, которые позволяют быть дистанционно все равно тренеру. С командой. С командой, да. Ямалиева, Сакиян. На скорости уходила от Тетеркиной. Нашла Ямалиеву на линии штрафного броска. Неточный бросок. Казань в быстром отрыве. Помешала броску Архангельской Валиева. Но мяч у Казани все-таки. Тетеркина против Авгалимовой. Ох, как хорошо раскачала кроссоверами. Не забивает. Подбор за Архангельской. И мяч уходит все-таки от нее. А, нет, извините, да, мяч Казани остается. Мяч остается у Казани, и как раз 16 номер. Это Дарья Архангельская, говорит Максиму Житлухину. Я читал по губам, что, смотри, меня же обнимают. А что, я был бы не против, кстати. И не жаловался бы Максиму. Чуть было не совершил перехват Кристины Ямалиева. Щеголькова один в один против Кристины. Фалит. Фалит Ямалиева. Щеголькова будет исполнять 2 штрафных броска. Кристина Ямалиева, номер 10, третий фол. Кристина Ямалиева, третий фол. Ну, кстати, интересно, я не обратил внимания, Боговиева-то закончила на сегодня игру. Перебор у нее замечаний. Но на самом деле, вспоминая вчерашнюю игру и как она сражалась против передней линии, как я уже не раз говорил, черных медведец, большая потеря. Ну, собственно, она получила их очень короткий промежуток. Это было 2 фола нападения технические, поэтому, то есть, 3 фола она получила буквально там за 1,5-2 минуты, поэтому, а было у нее уже 2, все логично. Нужно контролировать свои эмоции, это такое одно из главных правил вообще всех баскетболистов. Казань в атаке. Новикова все-таки успокаивает игру. Хомич. Переднюю дужку мяч попадает. Теперь уже в нападении. Уфа также хотел сказать по фолам. Обратил внимание, у Марии Хомич на грани. 4 персональных и 3 персональных у Екатерины Щегольковой. Это ситуация у Казани. Ситуация у Уфы следующая. Кристина Ямалиева 3 персональных. По 2 персональных Саиткулова, Сакиян и Фаткулина. И одно персональное Абгалимова. Ну, кстати, интересно, Лиана Сакиян получила свои 2 персональных фола в первой четверти. И вот, в самом начале матча. Да, в самом начале. И сохранила 2 фола на концовку. Неудачное нападение Пгавксита. И у ГНТУ в нападении сейчас ответном. Чуть было не совершила потерю Лиана.
Тем временем немного успокаивается. Мне, как мне кажется, играя, вот сейчас ответная потеря для Уфы. Плюс 7. И сейчас нужно как-то, мне кажется, опять же, на мой взгляд, нужно взрывать ситуацию для девчонкам из Уфы. Потому что, в принципе, 7 очков комфортное преимущество для Казани. И остается все меньше и меньше времени на то, чтобы это отыграть. Но если вот такие передачи сейчас будут, то я не удивлюсь, что Уфа догонит Казань, потому что ну, очень опасно, на грани потери все. Новикова. Ну, дальний бросок. Я хотел сказать авантюрный. И, да. Конечно, с большой долей авантюризма, потому что 5 секунд было еще на счетчике 24 секунд. Было время на то, чтобы обыграть, но решила сопротивлением бросать. Вторая трёха для Уфы в этом матче и вторая же в этой четверти. Гульнас Абгалимова, ее первый, по-моему, трехочковый бросок сегодня точный, потому что она очень много выбросила не точно сегодня, но наконец-то попала и в очень нужный момент. 51-47, минус 4 Уфы, нападение Казань, Тетеркина Архангельская, один в один сбрасывает на Тетеркину, та против Сакиян. Обыгрывается с Новиковой, и Алина не точно, мяч не принимает, этот кольцо не принимает этот мяч, и в нападении баскетболистки из Республики Башкортостан, Сакиян, Тетеркина. Два заслона наверх, Сакиян получает, 5 секунд остается, и в итоге... Все-таки потеря баскетболисток из Уфы. И меньше 2 минут уже играть. Ну что, вот они нервы. Вот зато за это мы и любим баскетбол. Ой-ой-ой, какой тяжелый бросок в исполнении Дарьи Архангельской. И это 2 очка, 53-47 за минуту 37 до конца четвертой четверти. Очень активная в защите сейчас играет Камила Тетеркина против Лианы Сакиян. Сейчас немножко, мне кажется, показывала, что был фол нападения. Абгалимова очень так... Ну, хотя, с другой стороны, очень мощно в нее врезалась Камила Тетеркина. И в партнер переходит игра. Что показывают судьи. Мяч у Казани сохраняется. Там фол, видимо, был... Абгалимова. И тайм-аут. Показывается, Киан на скамейке взять тайм-аут. По правилам ФИБА, по которым играют, собственно, все матчи АСБ, не может игрок брать. Напомню, что в NBA, например, игрок может взять 20-секундный тайм-аут. Но здесь только скамейка. Нужно передохнуть. 6 очков, минута 20. Все возможно. Всего лишь 2 дальних попадания отделяют Уфу от Казани. Вчера мы видели, что Уфа может нагнать. И в принципе, она... история знает очень много примеров подобных, поэтому все может быть, будем смотреть. Казани же наоборот. Нужно сейчас очень долгую атаку провести и желательно, естественно, закончить ее какими-нибудь набранными очками. Мне кажется, Казани надо просто успокоиться. Как-то они... Я не знаю, почему. Внешне спеша. Вроде бы не волнуются девчонки. Было комфортное преимущество. И при этом какие-то решения вот, о дальних бросках, которые были, количество которых увеличено было в разы. Не знаю, откуда оно взялось. Вряд ли тренер просит их вместо проходов бросать издали. Странно. Посмотрим, узнаем. Вот о чем мы говорили. Это как раз Камила Тетеркина в проходе, отсчитая, спокойно забивает, без нервов, уверенно. Показывает свои лидерские качества Камила. И 55-47, минута 0-5, блокшот ставят Юлии Фаткулиной, баскетболистки из Казани. И потеря Камила Тетеркина, результативная сверху. Передача. Не стала забивать сверху, да, рассчитывал я на слэм-данк. Но нет, очень важные очки набирает. Плюс 10 уже. И Лиана Сакиян. Первая трёха для Сакиян. Лиана Сакиян, 57-50. 7 очков разницы. Ну и фалить, наверное, надо. И вот здесь, мне кажется, нужен был тренер, который скажет, что нужно фалить. Но почему-то девчонки из Уфы не решаются. И Тетеркина. Не точно. Быстрая атака сейчас будет у Уфы. 30 секунд до конца. Трешка. Абгалимова не точно. Подбор за Ямалиевой. Фол.
Пол... Обгалимова, не фол. Точно! Четвертый персональный. Подбор Заемалиевой, фол. Плюс 7 указаний и 24 секунды. Довольно много все равно. Большая разница. И отыграть ее будет, наверное, очень-очень сложно. Но посмотрим. Сейчас два броска еще нас ждет. Как раз Камила... Емалиева будет бросать. 25 очков она набрала из 50 командных. И вот 26-й. Это больше половины очков всей команды. И замена у Уфы выходит Саид Кулова вместо Фаткулиной. Второй бросок Емалиевой. Точно! 57-52. 5 очков. И меньше 24 секунд. Ну кто же будет фалить? Почему нет фала? А почему не фалят же? Ой-ой-ой-ой-ой! Вот здесь уже фалит Лиана. Видимо, хотели все-таки отзащищаться, совершить перехват. И Камила Тетеркина на линии штрафного броска. Я думаю, что надо просто сейчас помолчать и посмотреть. Да, тут уже игра нервов. Ну, хотя, в принципе, 5 очков, хотя бы один из двух нужно забивать. Очень уверенно. Браво, Камила. Второй не точно. 58-52. 6 очков разницы. 8 секунд. И мяч Казани. Ну, наверное, все. Это, наверное, да. 5 секунд остается. И плюс 6 для девчонок из Татарстана. Будут палить. А палят. Это не спортивный фол. Да, не спортивный фол. Эмоции бьют через край. Чрезмерная грубость. И она наказывается абсолютно ненужным неспортивным замечанием. Два броска свободных будет пробивать Алина Новикова. И еще владение останется. 4,5 секунды на табло горят. Забивает она. Вот же женский баскетбол. Нужно было придумать себе проблему. Ввели 23 очка. Спокойно, комфортно. Разбазарили. Применю, наверное, это слово. Растранжирили все моменты. Довели дело до минус 3. И потом с проблемами через нервы выиграли. Браво, Казань. Поздравляем девчонок из Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Браво! Бронза. И отдельное спасибо, я бы хотел сказать девчонкам из Уфы. Скептически настроен был после второй половины, после первой половины я насчет них, но молодцы, они показали характер. И прежде всего меня они переубедили. Действительно, есть характер у Уфы и есть лидеры. И каждая из девчонок может взять инициативу на себя. Браво! Кланяюсь им в ноги за отличный баскетбол, который мы посмотрели. Я очень рад. Я могу сказать о том, что несмотря на то, что баскетболистки из Уфы потерпели два поражения в этом суперфинале, они показали очень достойную игру. Два раза возвращались, фактически уже без выходных положений. Я думаю, что это, если они учатся где-нибудь на менеджменте, то это прекрасные будущие антикризисные менеджеры. Антикризисные, просто кризисные. Сначала создали себе кризисную ситуацию, а потом пытались ее и благополучно решали. Браво, молодцы. Браво Казани, браво Уфе. Ай, посмотри, как мило. Я бы хотел отметить, что и девчонки из Казани уже приготовили букеты, вручили своему тренеру Наталье Кулешовой. Это очень приятно, что девчонки знают роль тренера и благодарят того человека, который привел их к этой бронзе. И мы поздравляем отдельно Наталью Кулешову, которая остается только догадываться, сколько нервов она потратила в сегодняшнем матче и вообще на протяжении сезона, проведя свою команду вот сюда, в Москву, на суперфинал и на супербронзу. И эта бронза действительно супер. Браво, Наталья Кулешова. Отдельное ей отдельное поздравление, отдельная благодарность. И, по-моему, очень эмоционально она как раз реагирует, но это, опять же, мне кажется, с нашей позиции. Но думаю, что в эмоции ее я сейчас понимаю и отдельно поздравляю. Да, дамы и господа, спасибо, что были с нами. Кстати, хотелось напомнить то, что небольшой подарок тогда команда Казани совершила для своего одного из лучших игроков Камилы Тетеркиной, который 15 мая, через два дня, будет день рождения. Ну и поздравляем с ближайшим днем рождения также Екатерину Штаб, который день рождения завтра. И у меня... послезавтра. И поздравляем Марата заранее, но вы его еще услышите. Что ж, мы заканчиваем матч за бронзовые медали женского суперфинала АСБ. И совсем скоро уже стартует супербронзовый матч между МГУ и МГТУ из Магнитогорска. Никуда не уходите. Мы будем здесь.